Друзья, всем привет! Сегодня очередная серия, очередной коп. Решил сегодня никуда далеко не ехать. Мороз на улице минус 4. Вот проснулся, повалялся, дождался, пока расцветет. И решил, пойду-ка я погуляю тут рядом с домом, по лесным тропинкам. Так что, не знаю, найду, что не найду. Ну, факто, дома сидеть неохота. Мне сегодня в ночную. Поэтому надо, как всегда, до обедика погулять. А после обедика вздремнуть и ехать на работу. Вот. Как-то по картам посмотрел, вроде бы нашел одну дорожку. По ней, в прошлом году я по ней ходил, нашел на ней одну монетосину имперскую, 2 копеечки. Дорожка такая, в принципе, невзрачная. Ну и больше как бы ничего не попадалось. Тут опять начал просматривать карты. Насмотрел от нее еще небольшое ответвление. Ну там буквально совсем метров, наверное, 50, в лучшем случае, кусочек остался. И как-то мы с женой гуляли, подошли туда по GPS-у. Я посмотрел, да, реально, проглядывается этот кусочек дороги. Вот иду, думаю, пошлындую там, посмотрю, может что-то выскочит. Ну, а если нет, там в округе по лесу поброжу. Может, что и найду. Ну, вот, как-то так. Как-то так, друзья. Погода чудесная. Хоть на градуснике минус 4, ну, пока идешь вот в лесу, вроде бы довольно-таки тепло. Пока шевелишься. Ладно, приду на точку, увидимся. Друзья, пришел я на свою точку. Вот она, кусочек дорожки этой, который ответвление от основной как бы дороги. Есть тут, конечно, большой минус. Высоковольтка, помехи могут быть. И там рядом электроподстанция. Ну, подстанция, ладно, далеко. Тут под самими проводами может быть хреновенько. Ну, думаю, прокатит. Вот. А это вот была старая дорожка. Вот по ней я шел. В прошлом году нашел здесь 2 копейки. Имперские. А вот сейчас походим здесь. По этому вот кусочку дороги. Ну и по краям. Если ничего не будет, тогда не знаю. Может еще раз прогуляться по этой дорожке. Да по краям, по лесу. Ну, как-то так. До обеда, в общем. В общем, до обеда надо погулять. Так, начинаем. 31. 32. 34. Может, конечно, какое-то железо. Посмотрим. Что-то пробивается. Что-то пробивается в глубине. Шмурдятина какая-то. Будет. Или что? Что-то поднял.
Какая-то непонятная фигня. Свинец, что ли? Нет, не свинец. Что-то зеленое, но непонятное. Ну вот, друзья, напелся сигнальчик. 17-18. Надо хоть гильзач выкопать. Для антуража. А то что-то совсем заскучал я. Ну абсолютно никаких находок. Что-то сегодня какой-то непрульный день. Посмотрим. Хоть гильзачок вам показать. Первая находка, как говорится, эхо войны, гильзач. Так, ну вот что-то 25-24 у меня тут пляшет. 24-27-25. На откосе. Попробуем откопать, посмотреть. А что тут за хренотень? Водочная пробка. Блин. Не, не водочная. Винчик был какой-то. Ражитас Рига. Блин. Я так и думал, что ничего хорошего, потому что такой сигнал нестабильный. Скачет, короче, туды-сюды. Копать, копать, еще раз копать. Ну, раз он так там надрывается, бедный, точно гильзач. Ну да. Гильзач. Очередной гильзач. Ну вот, друзья, наконец-то что-то вымучил. Какую-то находку еле-еле вымучил. По-моему, копеечка советская. Одна копеечка, да. 1961 год. Ну что? Лайк. Единственная сегодня находка. Одна копейка с СССР. Вот же напасть какая. Так, перло, перло мне одно время. И тут на тебе, все. Как будто ширма прикрылась, блин. Ребята, уже 3 часа брожу, ни хрена не нахожу. Вот посередине дороги напелся сигнальчик. 28-29-30. Ну, самое-то западло, что дорога-то замерзшая. И придется как-то калашматить. Конечно, там ничего хорошего. Сейчас посмотрим. Если сигнал... Нет. Поет 28-29.
28-29. Далеко ли? Надо посмотреть. Неужели? Главное, чтобы ее лопатой не цепанул. Так. Так, что-то было? О, да, монета, ребята. Наконец-то империя выскочила. Что у нас тут? Николашки. Николашка, 2 копеечки, наверное, или копейка. Николашка. Блин, слегка саданул. 1800. Восемьсот. Ни хрена не вижу. Ну что, спасибо хабару и на этом. Хоть что-то. Какой-то все-таки коп получился. Не зря нагулял километраж. Так, ребятки. Попалась эхо войны. Обойма. 3 патрона. Ну, по-видимому, там еще есть. Лень копать. Вот. Такая вот находочка. Что, друзья? Вот так сегодня по находочкам. Не густо совсем. Еле-еле выжил, как говорится, из земли. 1 копейка. Поздние советы. 61 год. И 2 копеечки Николашкины. 1800. А какой там 800, пока ни хрена не видно. Закоксовано маленько. Ну так вроде сохранчик ничего, отмочится, будет нормально. Вот так, короче, нагулялся. О, дело к обеду, пора домой. На этом все, друзья. О, нагулялся. Спина болит. Пока-пока. Подписываемся на канал. Не забываем ставить лайки. Кликаем на колокольчик. Увидимся в новых сериях. Всем удачи.